Несовершеннолетних безбилетников выгонять из общественного транспорта не будут. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Если подростки, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители не вправе будут заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, ему дадут возможность вернуться домой. Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых высаживать. Это может привести к трагедии.